Ой, я красный робот или розовый робот, короче. Я тоже. Блин, я... Что, давай на этих-то? На жезлов. Вы меня помните? Да. Ты же синий этот. Я вообще никак не могу. Как он тебя убил, этот зомби? Мы его вдвоем убивали. Я его покарал. Да ты иди нафиг. Что ты... Чести никакой у тебя нету. У кого, у меня? О. Да, и стоишь. Знаешь, какой сейчас год на дворе? Тебе приближенно. Ну, когда я последний раз смотрел в календарь, было 11. Так, что-то счет убился. А, что? Извини, подожди, подожди. Это ты? Да. Красный робот. Сейчас погодь, я тоже робота поставлю. А синий? Вот. Спаси синий меня от ублюдка только. Синий хелмет, это, короче, Юрич. Бонни Гайзер. Тоже Юрич, ты с нами. А погоди. А ты красных роботов вниз. Кто синий? Я какой-то розоватый робот, вы не и против? Синий. Я как солдат, да? Ты как Штемакен. Ну как Гордон Фриман, так и Штемакен. А, да? Как урод, да? Пока, сейчас попробую робота поставить. Ой, это свой, пардон. Не знаю, изменился я, нет. Вот, видел, что тут было место такое. Да иди нахрен, очкастый урод. Что-то забивать всех с гауссов нужно. Какой это стены? Чёрт, это косой. Это... О, слышишь, стой, робот, розовый. А? Стой, ты, вот я, меня видите? Меня убейте, у меня 9 хп, вот я. Это ты? Убейте меня. Хп, вот это я. Убейте меня. Вот видишь, я бегаю рядом с тобой. Убей меня, у меня 9 хп. Я как выгляжу? Как робот красный. А, да, все поменял так. Не, серьезно, убей меня, пожалуйста. Ну ладно. Просто не хочу, чтобы фраги оставались. Смотрю. Бля, я не понял, там кто-то еще поставил, что ли, робота? Нет. Yeah. А, нет, есть. А, нет. Вы, блин, на своего убил случайно. Просто меня какой-то этот мудила убивал. Так, вот, стой, это. Ой, это свой. Так, вот, это свой. Какой же клёвый. О, давайте забригадируемся где-нибудь, какую-нибудь точку отвоевывать. Тут нельзя завоевать нормально. А, тут... Карточки нет. А, ну здесь нету особенного... Места особенного нету. Точка есть только на бета-поле. Не священно. Черт, тут еще, блин... Блин, извини. Мне нужно убивать. Я плохой человек. Я хороший человек, но мне нужно убивать во имя добра. Дева Марии и Отца Святого Духа. Только свой все-таки. Пьяный что ли? Опять нажал. Это свои. Я просто сначала стреляю, потом думаю. Потом задаешь вопросы? Я просто понял приказ. Они сами первые начали. А нас это что? Денег дайте. Перемога, потерь нет. Это свой.
Ой, там кемперит какой-то чел. Это я нечаянно тебя чпокнул. А ты Фрэнк? Да, да. Это я. Так. Но я все равно не попал. А у людей там не закрадывается, которые играют в подозрении? Ну, рано или поздно закрадутся, и они с ним сухо такой. Мы уже играли так много раз. И мы просто на следующий цвет не ходим, извиняюсь. Нет, я... Это я. Наверху кто-то бегает. Блять, тут... Оп, сори. У меня есть Гаус, я готов веселиться. У меня есть Анус. Ну я случайно. Ты же не знаешь, что ты на линии огня? Я думал, с автомата можно прицелиться. А у него был подствольник, и я взорвался. Это я. Гаус есть, можно продолжать. Гаус есть, можно и поесть. Это свой. Гаус есть, пора устроить жизнь. Что-то происходит. Наверху бегает. Это мой Гаус. Не получилось отжать. Забег на сервер. Это вообще законно такие деревья делать? Правда, там закон. Осталось два человека, помимо нас. Да? Ну ладно, будем вдвоем их это унижать. Только меня-то за что? Что за что? Ой. У меня, кстати, 3 хп, меня пристрелите. Давайте раз и нас больше, давай их этого мочить. Давай. Можно уже точку держать, раз нас больше. Мне тогда точно достаточно. Может где это? Какая-то хрень, столб синий непонятный в решетке стоит. Вот где какой-то чел с ракетницей. Это я. Какой-то LSD. Цензура. А! Киньте, у меня в голове есть цензура. Кстати, реально, по-моему... Идем. Мне бы тоже ревнулось, если бы так сливал. По-моему, у нас крот завелся. Кто? Крот. Крот? Вот я сейчас начал. На кого-нибудь стрелять с ракетницы? Раз нет, я стреляю. А, да. Значит, не крот. Какая-то безысходность. Какая-то кара. Они могли тоже объединиться, кстати. Но они выбрали широкоформатные. Они тупые просто. Идиот. Они же не надо, что тупые. Не, кто им мешал объединиться? Аллах. Аллах. Ты докажи, что не Аллах. Алло? Что это было? Ты я? Мне пыталось бежать. Чё говоришь? Мне пыталось бежать. Он бежит сюда. Уходит нас. Это свой трудон. У меня что-то зависло. Чё там, сколько их осталось? Двое? А у вас ни у кого не зависло? У меня всё нормально. Чё, где-то наверху бегает? Да. Да как так получилось, а? Джон, кто в этом виноват? В чём? Блин, меня убили. Поздравляю.
Давайте его с монтировкой убивать, при игроке. Ух ты. Дмитрий, да насмехайтесь ты, блин. А, нифига тут, смотри, это... Какой-то мудак мне хорошо не сидел. О, новичок. Новичок наших ребят. Крот? Не, он... оранжевый. Эмплой. Вот урод. Блин, извините, я зрадник. Я ж не знаю, что я зрадник. Сколько нужно человек, чтобы пострелять одного беззащитного? Ааа, тихо. Ну блин, у меня рефлекс, я не виноват. Вот, мы кого-то убили. Ладно, еще поставил. Блин, виноват. Ну блин, там враг был в области видимости. Я ж не виноват, что вы тоже были в области видимости. Так, остался один чел. Убежает чела. Когда бегаем, мы насмехаемся над ним. Роботы бегают, ищут чела. Гайнер. Да. Фига, я его убил. А как тут написать что-нибудь тщательно? Я его нашел. Я простреливаю стены, так что... О, да. Или Эл. А есть же еще люди, которые играют в Холу первую. Да. Ой, еще один подключился какой-то. Не, никого. Чеченец. Короче, контролирую Гаусс, берите воду. Моя территория. Эй, ну... Я не виноват, что ты оказался за стенкой. Ну серьезно. Я сказал, я контролирую Гаусс. А, нихрен... Такой дети. Контролируйте кто-нибудь, короче, базуку и контролируйте еще лечение. Я контролирую револьвер. Револьвер отстойная пушка. О, здесь чел появился, крат. Ой. Ну блин. Ты у меня забрал, ты забрал портфель. Кто ты? Мне нужно было разрядить Гаусс кто-то. Я не знаю, что кто-то оказался. Что там, кто-то есть? Давай разберемся с ним. Ну кто ж так? Я убью. А кто об этом виноват? Я так спрашиваю. Явно не я. Да нахрена вы бы расстреляли эти? Ну, блин, я бы туда прибежал и мог бы умереть. Ты понимаешь, что это опасно для меня? Ну этот чувак почти попал в тебя. Вот он бы сейчас бы зашел бы и все, блин, долго. А так что где-то нужно потрогать. Вот тут много чел повез, новое мясо. Калибер? Калибер. Мне кажется, это один и тот же чел, все время ник меняет. Не, это разные, а он был недавно, последний. Походу, боевой монтировками унижать. Там второй еще рядом бегает. Стоп, 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 стоп. Себя что ли? Так давайте кучу-то забегать. Я пошел контролировать Гаусс. Ну как хотите. Я пошел контролировать мир. Он Гаусс захватил. Ах ты урод. Я на тело поехал. Что, ты поехал что? Я на тело. Я на тело поехал что? У меня 8 хп, убейте меня. Я на Гауссе стою. Другое дело. Так, да.
автомат, прямо с Гауссом. Где? Ой, справа, нормально, я калибра 3 раза подряд убил. 4. Стоп, это не... тут рядом не Гаусс, скажи, спавнится, тут... Так, все у меня бесполезно. Ой, чувак! Да ничего. Ой! Прости, я нечаянно. Я контролирую Гаусс. А я его контролируешь, а я его подбираю. Мне тоже нужен Гаусс. Как-то свой. Ты от этого выстрела чуть ракета не получил случайно. Кто так делает вообще? Мы контролируем Гаусс. Просто двери стреляют, что ли? Ну да. Расстрел. И все мои команды, что ли? Это контроль Гаусса. Калибер ливнул. Бежать последний унижать с монтировки. А, я еще патронов наберу. План перехват. О, патрошки, патрошки. А у кого-то еще, что ли? А. Да, что-то... А, тихо. Там кто-то с ракетницей бегает. Я. О! Чёрт, да, ускорился. Где? Ну что за дела? А на втором этаже. На втором этаже? Да. Он уже нет. Там этот бьёт. Арбалет сам. Сейчас нужно что-нибудь обидное написать. Он в офисе бегает. Нет, уже не бегает. Интересно ему. Убей меня, кстати. Интересно? Это я. Убей меня. Отлично. Блин, мне Гаусс нужен. Не пугай так. Ой, все тело зашел. Ой. А почему не был? Кого он мчает? Кого он мчает? Унижает, унижает. Там, короче, так. Чел, смотри, чел новый, он в каком-то красном фиолетовом костюме, он идущий на там. Если что, просто его можно издалека перекупить. На Гауссе бегает, ублюдок. Ах ты урод! Я хотел этого убить. А у меня был на мушке. Слушай, мне понравилась эта точка. Но... Я не понял того человека, который заходит и выходит. Сзади! Нормально, у нас двоих положил. Вот золото. Он читер. Вот. Не, он... Смело заявляю, у него читы. Вот их не читы надо. Он действительно неплох. Как ты можешь воспалять врага? Кто-то там постикает и меня стреляет 2 раза. Это интенсивный курс выживания молодого бойца.
меня Гаусс этот ублюдок положил. Где Гаусс? Не знаю. Вот он, там в комнате. А что, урод? Хер тебе выл, охрана, урод. Кто это делает? Не, ну блин, это что? Взрыв, с другой стороны от Гаусса, так что... Я не могу решить. Наверху, на втором этаже. Я забыл, что я чайник поставил. Убейте меня кто-нибудь, а то у меня мало хп. Ты где? Вот я стреляю. Вот другое дело. Ключ, ты меня убил. А, я думал, ты Джону. Нет, Джону разум. Вы фиолетовый. Меня уже убили в тот момент. Сзади! Вот проныра. Не стреляй только в стенку, тут хилюсь. Дебилы между собой дерут. Что это было? 2-1. А, карта. Что выбирать? Не знаю. Давай пятерку. Я пятерку нажал. Пятерка красиво звучит. Херовая пятерка. Это как фантастическая четверка. Было бы интересно смотреть, какой будет херовая пятерка. Но я бы не удивился такому мультику в наше время. Ой. С спины бежит ублюдок. Ну чё, темп упор тогда? Тихо, ой. Тихо, харе, харе. Извиняйся, чё-то задумался. Главное, Гаусс контролируйте, все будет хорошо. Ой, я разыгрался потихоньку. Он нас двоих в изи ложит, вообще, как так? Так просто бегать очень близко друг к другу. Он рядом с хилкой бегает. Сори. Ничего. Теперь ты понимаешь, чем тут Гаусс? Гаусс не щадит никого. А вот сейчас я его чайник кожу. На. Так. Свет! На Гаусе враг бегает. Он Гаусс. Все, я его уже убил. С Гаусса? Да. 55, спасибо. Ты с Гаусса убил.